охотники прочесывают реку. Будь осторожен. Их лучшие люди ищут тебя.
Странно. Что происходит? Thank you.
Сейчас, сейчас, Володь. Thank you.
ним должна вести тропа. Будь осторожен, это тебе не прогулка. Прошлой ночью я видел огромный... Thank you.
видел? Не вы ли, безумный доктор Кригер? Кто это? С кем я разговариваю? Скоро узнаешь сам. Окей, Дойл. Около грузовика. Подсоедини Палм к спутнику. Передаю тебе координаты. Джек, ответь мне, Джек! Джек! Точку. Здесь находится фабрика, где они производят мутаген. А вот и коды для запуска тактической ракеты с ядерной боеголовкой, чтобы замести следы. Ты гений, Кроу. Ты упростил нам задачу. Интересно, каким образом это может нам помочь? Смотри за джунглями, Джек! Раз у нас выдалось время поболтать, может, просветишь меня, что все это значит? Кригер был ведущим исследователем Министерства обороны. Специализация — генетика и усиление боевых возможностей человека. То есть Трайгены. Правильно. Тогда при чем здесь ЦРУ? Военная разведка обвинила Кригера в незаконных опытах над людьми. Он занялся частными исследованиями, и мы внедрили в его лабораторию Дойла, чтобы присматривать за его работой. Мы здесь, чтобы остановить Кригера или вытащить Дойла? Я здесь для того, чтобы не допустить бегства мутантов с острова. А ты здесь на случай, если мне понадобится помощь. То есть я здесь просто за компанию? Умный мальчик. Дойл говорит, поблизости находится база наемников. Давай их навестим. Ситуацию и хотят, чтобы вы уничтожили главное здание Кригера. Видимо, нас интересуют только два объекта. Аванпост и главное здание. Чтобы уничтожить их вместе, нам понадобится ядерный заряд. Ядерный? Вы спятили? Да расслабься. Он совсем маленький, как раз хватит для того, чтобы уничтожить наши цели без других разрушений. К тому же, в момент взрыва мы будем далеко.
и обнаружила небольшой лагерь поблизости.